А в Абакане по улице Дружбы народов пожарные сегодня тушили автобус. Машина загорелась прямо во время движения. По предварительным данным, автобус был служебный, вез людей со смены. В момент возгорания в салоне находилось около 20 человек. Все они вышли самостоятельно, никто не пострадал. Некоторые очевидцы утверждают, что слышали хлопок, но точная причина будет названа только после проведения расследования.